Вот как раз, поскольку у нас все-таки 50-60% женщин изучают каббалу, mm-hmm. вот Юлия из Ставрополя пишет, как женщине чувственно соединиться с написанным Бааля Сулама? Именно женщина. Какая разница, женщине или мужчине? Так же, как и мужчине. Перед вами находится текст, который соединяет вас с Творцом, для которого вы или мужчина, в принципе, творение. Вот и соединяйтесь. То есть вы считаете, нет особых таких путей для женщин? Никаких мужчин? Особых путей нет. Единственное, что, как сказано и для мужчин, и для женщин, что человек должен учиться там, где зовет его сердце. По зову сердца. То есть нравится таз – читайте. Нравится больше шамати – читайте. И так далее. В общем, где вам удобнее, где вам приятнее, где вы чувствуете, что вы наполняетесь внутренне. –